Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України. Мої вітання. Це програма «Таке спортивне життя» і я її ведуча Олена Говорова. Герої програми – особистості, які досягли успіху завдяки спорту. І я дуже хочу, аби приклад їхнього життя надихнув кожного з вас на нові перемоги та досягнення. Я вважаю себе такою ж людиною, як і всі. Просто у кожного своя висота, яку він підкорює. Ці слова належать олімпійському чемпіону зі стрибків жердиною, 35-разовому рекордсмену світу, герою України Сергію Назаровичу Бубці. Про підкорення вершин у спорті і житті сьогодні і поговоримо. Весь залог успіху – це все залежить від самого спортсмена. Когда начинают аргументы искать на стороне, это слабость, я считаю. Я всегда учился в любых ситуациях. Неуверенность и сомнения, их нужно устранять из своего мозга. Все мелочи и все нюансы имеют огромное значение. Нужно в любой ситуации, нужно найти пути решения. Сергей Назарович, здравствуйте. Я рада видеть вас в нашей программе. В октябре этого года работу Национального олимпийского комитета Украины, президентом которого вы являетесь, признали самой лучшей в мире. Вы всегда ставите перед собой максимальные цели? Ну, я считаю, всегда человек должен стремиться к совершенству, к улучшению своей деятельности, своей работы. Поэтому и организацию возглавляют люди, коллектив, который работает на благо олимпийского движения Украины. И мне действительно очень приятно. Я считаю, что это большая заслуга нашего коллектива, что в мире нас признали лучшим олимпийским комитетом. А как коллектив реагирует на такой максимализм? Ну, я не знаю, я им обещал, что я им, как говорится, покоя не дам, потому что, наверное, это у меня в крови, в моем характере, все время идти вперед, постоянно анализировать, постоянно давать реальную оценку тем делам, тем достижениям. Ну а все мы люди, все мы не идеальны, поэтому всегда есть пути к совершенству. На какую бы высоту ты ни поднимался, всегда нужно ставить новые задачи и стремиться эти задачи покорять и добиваться новых успехов. Кроме того, что вы президент Национального олимпийского комитета, вы являетесь организатором турнира «Звезды Шеста», который проходит в Донецке. И 9 февраля 24-й турнир «Звезды Шеста». Правильно? Абсолютно верно. Изначально история турнира была такова, что его должны были проводить в Москве. Но благодаря вам руководство спорткомитета Советского Союза поменяло город. Как вам удалось убедить? Я знаю, что там была какая-то очень интересная история. Расскажите ее, пожалуйста. Сама эта идея, концепция такого плана соревнований была взята из Франции, из Гренобля. Тот человек, Саша Жено, который организовывал в Гренобле, он захотел организовать это в Москве. Все-таки, наверное, это период перестройки, Советский Союз. И пока он летел в Москву, я в это время просто находился в спорткомитете Советского Союза. И говорю, ну какой смысл в Москве? Давайте в Донецке. А мне всегда хотелось провести в своем родном городе, чтобы сделать такой грандиозный спортивный праздник и иметь возможность выступать перед своими земляками. Но, как я понимаю, руководству не хотелось заниматься, и появился кто решил взвалить всю эту ношу на себя. И когда он приземлился, он просто был ошарашенный. Мы уже организовали билет, все, перелет в Донецк. Первые два года мы проводили совместно. Гренобль и Донецк. А потом уже дальше начали импровизировать, фантазировать, думать, как лучше сделать. Потому что все равно, когда ты сочетаешь спорт и шоу, спорт, музыку, то людям это очень нравится. И даже те люди, которые были равнодушны, которым было, наверное, вначале неинтересно, и они попали совершенно случайно, то они получили такое вдохновление, такой интерес. И многие высказывали и говорили, мы не думали, что спортивные соревнования могут быть такие зрелищные и интересные. Вы, собственно, в детстве, как и все, увлекались футболом, как и все мальчишки гоняли мяч. Почему именно прыжки с шестом? Почему выбрали этот спорт? Ну, именно прыжки с шестом – это совершенно случайно. Расскажите я никогда эту историю. Не видел, я никогда не слышал. Ну, как слышать-то я слышал от своего старшего товарища, с которым мы жили на одной улице, Слава Малахов. Ему было 13, он уже начал заниматься прыжками шестом, мне было 10. И, видно, он видел и чувствовал во мне какие-то способности, какой-то талант, потому что именно он инициировал, чтобы я пришел в секцию по прыжкам шестом. И ему пришлось еще убеждать и тренера своего. Он начал заниматься тогда у Петрова Виталия Афанасьевича, который приехал как молодой специалист.
И вначале Виталий Афанасьевич отказал, потому что он сказал, Почему, да? что я очень маленький, 10 лет это еще рано начинать. В среднем тогда где-то в 12 лет только начинали заниматься. А сейчас такая же тенденция осталась? Нет, я думаю, сегодня тенденция изменилась. Я думаю, чем раньше, тем Чем лучше. раньше, тем лучше, да? И убедил все-таки ваш друг тренера? Ну, видно, он очень убедительно говорил, что он говорил, что очень хороший мальчик, очень способный, вы должны его увидеть. И Виталий Афанасьевич согласился. Ну и в 4 часа я пришел на тренировку. Помню, я подтянулся 15 раз, пробежал 30 метров. Ну, я, в принципе, так шустрый, быстрый был. Поэтому Виталий Афанасьевич результаты удовлетворили, он меня оставил. А кто в вашей спортивной карьере сыграл знаковую роль? Ну, прежде всего, это родители, брат. Я бы в Донецк не переехал, когда мне было 15 лет. То вот об этом случае как бы Василий взял на себя ответственность и убедил родителей, чтобы они отпустили. Мама в свое время хотела поехать учиться в Харьков со своими подругами, а ее мама не отпустила, потому что после Второй мировой войны они только выжили вдвоем. Получается, у нее было еще две сестры, которые где-то перед войной умерли. Был брат, который погиб в 1946 году после войны. Именно советский танк просто ехал по улице, он шел в школу. Было 10 лет, они выжили втроем. Получается, наша бабушка и мама, и дядя. Поэтому, когда они стали вдвоем, бесспорно, любая мама очень болезненно отпускает и тяжело отпускает своего ребенка куда-то из родного дома. Поэтому ее в свое время не отпустили. И когда вот решался вопрос с моей судьбой, она сказала, что она где-то ночь не спала, думала, плакала. И потом сказала, что пусть едет, потому что я не хочу, чтобы ты в своей жизни меня упрекал, что я тебе испортила жизнь. Ну а дальше всегда у меня были наставники. Знаете, здесь решение, когда переезжали в Донецк, бесспорно, Виталий Афанасьевич был молодой, перспективный, способный тренер. Тогда решение принимал Кучеров Анатолий Андреевич, который возглавляет Донецкое отделение Национального олимпийского комитета и училище Сергея Бубки сегодня, Белязе Александр Алексеевич, который вице-президент в спортивном клубе Сергея Бубки. Это те люди, которые именно взяли на себя такую ответственность. Ваш брат Василий – серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в шестом. Вы тренировались у одного тренера, вы выступали на одном секторе. Все равно момент соревновательности присутствовал. Какие отношения были на секторе? Мы прежде всего братья, поэтому мы помогали друг другу. В прыжках шестом народ очень, в общем-то, благородный, поэтому мы друг другу помогаем, мы друг другу советы даем, мы подсказываем и придерживаемся принципа «побеждает сильнейший». У нас никогда не было каких-то таких, знаете, нюансов или недоверия, или там нездорового соперничества, отношения к друг другу. В этом плане у нас отношения всегда были на высоте. В книге Евгения Богатырева «Быстрее, выше, сильнее» есть такие слова. Многие специалисты считали Сергея бесперспективным. Как-то на сборе юниорской команды Советского Союза, увидев, как Сергей лихо играет в футбол, один из специалистов прямо сказал ему: «Пока не поздно, меняй шест на мяч, в прыжках тебе ничего не светит». Было такое? Это правда? Ну, это действительно, да, это правда. Это было в Ишерах в Олимпийской базе. Проходил осенью тренировочный сбор. И тогда был Витольд Анатольевич Креер, он отвечал за все прыжки. Он такой был, сам был выдающимся прыгуном, тройным прыжком. Такая сильная была личность. И он любил приезжать на юниорский сбор, провести совместную тренировку такого общего плана. И в конце этой тренировки давали поиграть в футбол. Ну, я забил гол, мы ушли с тренировки, а он собирал личных тренировок, давал как бы направления, консультации, корректировки. И он сказал, что Бубке в легкой атлетике делать нечего, пусть идет играть в «Шахтер». Хотя спустя год с небольшим он как раз курировал на чемпионате мира по легкой атлетике, на первом чемпионате мира в 1983 году в Хельсинки. Именно как раз я попал под его кураторство, потому что личный тренер не ездил на чемпионат мира. И тогда он как бы за мной следил и написал очень такое теплое письмо Виталию Афанасьевичу, как проходила подготовка, как проходили соревнования. Ну и реально, вы знаете, ну не было
такой уверенности у многих специалистов. У большинства специалистов они не думали, что я добьюсь таких выдающихся результатов и буду такого высокого класса прыгуном. Поэтому верил Виталий Афанасьевич всегда. Единственный специалист, который, в общем-то, тогда, в 83-м году, очень позитивно отозвался и как бы поддержал видение Виталия Афанасьевича, это был господин Розенфельд, это один из ведущих был тренеров в Петербурге. Он был такой очень мудрый, грамотный тренер. И выступая на спартакиаде Советского Союза в 83-м году, именно это был как бы основной отбор на чемпионат мира. Но тогда были очень тяжелые погодные условия. Я выступил неудачно, хотя начальную высоту, когда я преодолел, то как раз Розенфельд сказал на трибуне, что тут уже вопросов нет, что появился высокого класса именно прыгун. Ну, я же говорю, что это, наверное, только был он и Виталий Афанасьевич. Остальные относились очень так скептически к моим перспективам. Весь скепсис вы разбили своим выступлением на первом чемпионате мира. В 19 лет вы завоевали золото чемпионата мира в Хельсинки. Для всех это было сенсацией, а для вас лично? Ну, я думаю, сенсация была и для нас с тренером, потому что Виталий Афанасьевич меня готовил в большой спорт в возрасте 20 лет, и он считал, с 84 года мы перейдем в спорт и придем надолго. Он никогда не форсировал подготовку. Поэтому Виталий Афанасьев в этом плане был очень мудрый, очень грамотный и хороший специалист. Потому что он смотрел на тебя не только как на спортсмена, но смотрел и на человека. И понимал, что после окончания спорта у тебя еще вся жизнь впереди. Должно быть и твое состояние здоровья нормальное, соответственно, и чтобы ты мог по жизни не потеряться. Вы установили 35 мировых рекордов. Это за гранью просто идеальной, хорошей физической формы. Один рекорд, говорят, да, звезды сложились, ветер в ту сторону подул, сектор хороший, погода хорошая, я был в хорошем состоянии, я установил мировой рекорд. 35. Это за гранью вот всех пониманий. Из чего складывались ваши рекордные прыжки? Я с вами согласен, должны и звезды сойтись, и погодные условия быть хорошие, и твои спортивные. Ну, два. 35 рекордов. Все мелочи и все нюансы имеют огромное значение. Вот ты работаешь над собой, то, что касаясь техники, прыжка, всех нюансов соревновательной подготовки, это нужно довести до автоматизма. Соответственно, психологически себя подвести. Уметь управлять собой, уметь не останавливаться на достигнутых результатах. Нужно быть таким очень дотошным, очень скрупулезным, очень въедливым. Поэтому, наверное, это где-то есть в моем характере. Вначале было очень тяжело, но кропотливая работа, целеустремленность, умение не сдаваться, умение бороться. Именно бороться, я имею в виду себя прежде всего с собой. Потому что весь залог успеха, это все зависит от самого спортсмена. Когда начинают аргументы искать на стороне, это слабость, я считаю. Ты должен предвидеть, ты должен уметь найти в себе силы, умение разрешить любую сложную задачу. Ты должен смотреть не просто то, что происходит в секторе, но что еще и происходит в воздухе, что происходит на небе. Потому что если бывают такие условия, когда может пойти дождь, то ты, может быть, тогда уже должен не 5.70 начинать, а 5.50. Чтобы ты уже был в борьбе, и мало ли как... Каждую секунду анализ получается. Анализ ситуации, анализ соревнований. Ну, когда со стороны смотрели и думали, что ты спишь 2 часа и ждешь там начальной высоты, то ты не спишь, у тебя все внутри бурлит. Ты человек. Многие шестовики в мире грозили, что 6 метров, мы эту высоту покорим, особенно французы этим грешили, и вы в Париже первый, кто преодолел высоту 6 метров. Ваш прыжок на тот момент сравнивали с полетом Гагарина в космос. Мне интересно, а какова вот реакция на секторе ваших соперников была на этот прыжок, на рекордный прыжок, на эту высоту 6 метров? Ну, во-первых, вы знаете, как разговоры это велись, особенно французские шестовики в то время, они очень много говорили. Знаете, мы немножко другой школы придерживались, мы более скромные. Нас воспитывали, сделал дело, и результат говорит сам за себя. В западной жизни они старались более создать себе пиар, создать себе рекламу. Поэтому, когда я выступал, я как бы никогда таких заявлений не делал. Да, я стремился, да, я преодолел, тогда я мог сказать, да, я мечтал, я хотел эту высоту преодолеть первым. Поэтому, когда я преодолел эту высоту, ну, они стали там делать заявление на следующий день, что там рекорд не засчитают, потому что не было допинг-контроля,
там нечестный результат был показан. Но это было в Париже, это на самом деле любой рекорд перемеряет. Судейская бригада должен быть, соответственно, судья самой высшей международной категории, который имеет статус утверждать мировой рекорд. Поэтому все эти нюансы, они все были утверждены. Это просто были пустые разговоры. Факт есть факт, и он состоялся. Но ведь на секторе тогда кто-то из американцев, увидев ваш прыжок, закончил спортивную карьеру. Шестовики понимали, что этот рубеж для них пока... Ну, реально, наверное, большинство прыгунов того столетия считали, что это высота 21 века. Знаете, я никогда не думал, что это максимальный результат. Какую бы высоту ты не преодолевал, какой бы новый рекорд не был на тот момент самый высокий прыжок, то в целом я никогда не смирялся с тем, что эта высота максимальная и выше преодолеть планку нельзя. Поэтому... Наверное, и это и дало возможность преодолеть 35 рекордов. И реально по тем лучшим прыжкам, которые совершал, то выглядело, что можно было прыгнуть и выше. Ну, японцы же замерили на супер новом оборудовании, и ваш прыжок равнялся 6 метрам 37 сантиметров. Ну, это было, да, это в 91-м году на чемпионате мира, когда я преодолел 5.95, они посчитали, что это 6.37 на следующий год. После Олимпиады в 92-м году я прыгнул 6.13, новый мировой рекорд. В Японии они посчитали, что 6.34 можно было преодолеть. Ну, я думаю, если посмотреть прыжок 6.01 на чемпионате мира в Афинах, это был мой последний чемпионат, который я выиграл, то там, я думаю, что запас был, наверное, не меньше 6.40. В 88-м году вы выиграли золото Олимпийских игр. Честно скажу, я вас на секторе после соревнований, после победного прыжка никогда таким не видела. Ни до, ни после. Был просто шквал эмоций. Вы совсем на себя были не похожи. Попасть на Олимпийские игры у спортсмена в жизни, в общем-то, один шанс. Это очень редкий и исключительный случай, когда ты можешь выступать на нескольких Олимпийских играх. Я в 84-м году из-за бойкота не попал на Олимпийские игры. Хотя считаю сегодня, что это был бы, наверное, самый такой большой шанс и самое такое минимальное психологическое давление, потому что это только было начало спортивного пути. Поэтому, бесспорно, я мечтал и стремился, и хотел выиграть Олимпийские игры. Поэтому 4 года спустя, то психологическое давление, именно вот стресс Олимпийских игр, он был, наверное, в несколько раз выше. В итоге это закрепощало и зажимало. Поэтому мой мозг работал в обычном режиме, но мои мышцы меня не слушались. Я был перезажат, перезакрепощен. Был еще дополнительные проблемы, это был сильный встречный ветер, который носил определенные, да, коррективы, и я не мог с этим справиться. Поэтому, когда в последней попытке я, во-первых, готовился, немножко ветер поменялся, я тоже связываю, что это, знаете, как удача и помощь свыше повернулась в мою сторону. Когда я уже делал первые шаги, то я чувствовал себя самим собой. Я был тот Сергей Бубка, которого я знал. Поэтому вот именно по ходу даже разбега я уже чувствовал, что мне ничто и никто не сможет остановить, что я... Это была последняя попытка. Если бы я не прыгнул, я бы оказался за пьедесталом почета. Поэтому в этом случае, когда я преодолел вот тот нервный накал, те эмоции, я вам хочу сказать, что это неуправляемое состояние. Тот крик души, тот крик, который был, он шел изнутри, ты не управлял этим. И эмоционально ты настолько был выхолощен после этого прыжка. Единственное, что сдерживало, то, что еще борьба продолжалась. Но когда мои соперники закончили, я уже стал олимпийским чемпионом, я поставил новый мировой рекорд, вышел и начал готовиться. Только на разбеге, на начале разбега я понял, что я не смогу ничего сделать. У меня сил больше не было. Да, настолько бы вы... Если бы кто-то подошел вот так и вас легко толкнул, то вы бы упали. Просто уже я был полностью истощен, как эмоционально, так и физически. А вы верите в силы свыше? И да, и нет. До определенного момента я был суеверный. Потом в процессе работы над собой и совершенства, в итоге ты тоже учишься управлять собой, управлять своими слабостями, своими сомнениями, своей неуверенностью.
И потихоньку ты начинаешь понимать, что все равно в итоге зависит от тебя. Если что-то существует, то это, наверное, какая-то аура, какие-то силы, которые, знаете, они невидимы, и ты не можешь понять, есть они или нет. В определенных моментах, вот то, что даже я рассказывал за олимпийскую победу в Сеуле, ветер, когда повернулся, то я как бы чувствовал уверенность и поддержку свыше. В этом плане спортсмен всегда ищет как бы позитивную подпитку, какую-то ищет уверенность, понимаете? Там какой-то взгляд или какой-то человек. Вот у меня был человек, который, когда я пересекался с этим человеком, я ехал на соревнования, я устанавливал мировой Все, рекорд. значит, все будет У меня хорошо. был в Донецке, это был и руководитель спорта, и бывший выдающийся спортсмен там, в Беларуси, в Минске. Именно, знаете, вот встречались как бы фартовые люди. Поэтому вот эти все мелочи, особенно, знаете, как неуверенность и сомнения, их нужно устранять из своего мозга. А вот именно то, что тебе дает позитив, то, что тебе дает дополнительную уверенность и удачу, то это нужно наоборот использовать. Поэтому вот в этом плане со временем ты больше и больше находил много механизмов, находил пути решения. Понимаете, это нужно в любой ситуации, нужно найти пути решения. Не потерять уверенность, а наоборот настроить себя на борьбу и продолжать верить и делать все для того, чтобы ты вышел победитель. В своей книжке «Метры по вертикали» вы написали, что согласие Лилии, вашей супруги, связать с вами жизнь, сравнимо с подвигом. В чем заключается подвиг? Расскажите нам. Не, ну я-то, наверное, тоже человек с характером. И, знаете, здесь основное то, что, ну, как бы Лиля в своем отношении ко мне, отношение к семье, она полностью посвящает свою жизнь нам. Немногие женщины могут делать все для того, чтобы супруг добился таких результатов. И я хочу сказать, и Виталий Афанасьевич переживал, и многие тренера переживают, когда спортсмен связывает себя со второй половинкой. В какую сторону пойдет спортивная карьера? Или на подъем, или наоборот, она может разрушиться. Потому что любые трения, любой конфликт в семье, он отражается на ваших спортивных результатах. По большому счету, для того, чтобы добиваться результата, вы должны жить очень аскетической, очень целенаправленной, ограниченной жизнью. Поэтому от нее зависело много. Поэтому я очень, конечно, благодарен и признателен ей. Здесь ее вклад колоссальный, и действительно, она молодец. А какой вы дома, Сергей Назарович? Ну, я думаю, наверное, более жестче и требовательнее. Жестче? Да, да. А почему? Знаете, когда ты общаешься с людьми, когда ты в работе, это ну, по-другому. Вы сами говорили, в отношениях в коллективе, чтобы коллектив работал как единый слаженный механизм. Это немножко ну, другая психология. Дома ты можешь чуть-чуть раскрепоститься, дома ты можешь быть как бы самим собой. Поэтому в отношениях, вот, допустим, там, с детьми, при том, что ну, к супруге, ты относишься с любовью, ты относишься с теплотой, но все равно там есть какие-то устои, да, требования свои. Ну, это природа, это натура, наверное. У вас остается время на какие-то домашние увлечения, домашние хобби? Вообще, честно говоря, очень сложно сегодня со временем. Раньше, когда у меня там, допустим, выходные дни или что-то, я мог там помочь по дому, там мог сделать уборку. Мне это нравилось. Мне нравилось, потому что, ну, во-первых, то, что ты что-то мог сделать для дома, помочь Лиле, а второе, то, что ты мог отвлечься от своей повседневной жизни, уйти в другой мир. Таким образом, я отдыхал, отдыхал психологически. Сегодня очень мало свободного времени, потому что у меня есть моя работа, на которую я сконцентрирован. Остальное время я использую только для того, чтобы восстановиться и прийти в норму, прийти в себя. При столь плотном графике вы всегда отвечаете на звонки спортсменов. Вы всегда уделяете внимание спортсменам. Я знаю очень многих спортсменов, которые жизненно важные вопросы принимают только тогда, когда посоветовались с вами. А с кем вы советуетесь? Мне в жизни всегда встречается много хороших, мудрых людей, у которых можно многому научиться. А вообще, по природе своей, человек должен всегда учиться. Потому что если ты не совершенствуешься, ты не анализируешь, ты не работаешь над собой,
тут я останавливаюсь в своем развитии. Сократ в 70 лет говорил, я знаю, что я ничего не знаю. С опытом жизни всегда, если у вас есть хорошие, мудрые учителя, есть хорошие, мудрые друзья, то лучше все равно поделиться какими-то своими мыслями, поделиться своими проблемами, спросить у старшего товарища совет, поступать так или иначе. Всегда это хорошо, всегда это полезно. Всегда нужно использовать знания и опыт старших людей. Почему, знаете, более мудрый и сильный руководитель становится где-то к возрасту 50 и старше? Потому что есть жизненный опыт. Можно быть прекрасно образованным человеком. Можно много всего прочитать. Но у вас все равно в 30, в 35 не будет того жизненного опыта. Вы должны пройти жизнь. О чем вы сегодня мечтаете, Сергей Назарович? Ну, знаете, я мечтаю, чтобы прежде всего все было прекрасно в семье, чтобы вы были здоровы родители, чтобы у детей все получилось, чтобы работа приносила удовольствие, чтобы она мотивировала, чтобы она давала стимулы в жизни, чтобы найти гармонию и баланс в своей жизни, именно сочетать работу именно со своей личной жизнью. Все время работать на износ, так как это делал я раньше, всегда существует какой-то лимит. Поэтому нужно понимать и именно балансировать в этой жизни, ну и, наверное, соизмерять свои силы, что возможно, что невозможно. И расставить приоритеты. А что же все-таки в этой жизни главное? И что главное? Главное – жить мудро, жить достойно, честно и хорошо, и спокойно смотреть в глаза людей, с которыми ты работаешь, с которыми ты общаешься, не забывать, что у тебя есть семья, у тебя есть дети, которым ты также должен уделять внимание и жить в гармонии. Сергей Назарович, спасибо большое за откровенную, поучительную беседу. Спасибо, мне очень приятно тоже. Дякуємо Київському дому інтер'єрів «Доміцил» за чудову атмосферу та затишок. Це була програма «Таке спортивне життя». Вчасно почути слово може надати поштовх до дії і створити диво. Прислухайтесь до слів наших героїв, і я впевнена, диво у вашому житті обов'язково станеться. Вірте собі, вірте в себе. Хай щастить! Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України.